Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Blog, и сегодня мы с тобой продолжаем играть Resident Evil 7. Да, ты помнишь, в предыдущей серии мы убили батю второй раз, по-моему, да. Спасибо, убили батю во второй раз, и сейчас мы должны будем с тобой осмотреть двор и пойти общаться с матушкой, да, с матушкой, с матерью, да, в общем... Как это понимать? Будет у нас новые проблемы. Так, мы с тобой порох все как у нас есть. Да, мы с тобой как раз... Осмотрите двор. Сейчас, подожди. Сейчас мы выйдем, нам позвонит Зои. Да, потому что все-таки там выключила. И Зоя нам опять сейчас расскажет. Ты первый, кто сумел продержаться так долго. Так что тебе от меня надо? Это поможет мне выбраться? Да. Слушай внимательно, Итан. Мои родные и я, в общем, мы все заражены. Я не могу уйти отсюда, пока не вылечусь. Мия тоже не может. А есть способ? Нам нужна сыворотка. Она очистит наш организм от заразы. Если еще не слишком поздно. Так, и где ее взять? Знала бы, где, давно бы уже выбралась отсюда. Но подозреваю, что матушка спрятала немного где-то в старом доме. Так, если я найду ее, мы с Мией сможем выбраться? Верно. И я тоже. Старый дом стоит на берегу. Не заблудишься. Хорошо. Надеюсь, ты справишься с матушкой. Матушка. С матушкой? Береги себя. Они тебя ищут. Значит, в этой серии мы будем активно общаться с матушкой. Тоже от нее, наверное, там бегать знатно. Так, мы все собрали. Монеточку взяли. Угу. Что, берем? Свои запасы. Запасы. Не патрон. Патроны это самое важное вообще, что прыгать нельзя. Туалет. Голова. Ага. Это нельзя. Тут нельзя использовать. Пищевые добавки. Подожди, вот. Вредная нервная система. Нельзя использовать сами по себе. Надо сначала сделать из таблеток препарат. А мне не с чем объединять. Ну, будет эбоксид и эпоксид тоже. Порох. Так, а тут мы с тобой прошли, по-моему, да? Не, пойдем туда. Какой-то тираннозавр Рекс. Ага, окей. Все, тогда идем туда. Что думал, вдруг мы сейчас уйдем с тобой обратно, знаешь, с начала игры. Это ж похожий был путь. Ага, вон окно. Значит, там. Значит, туда. Все правильно. Так мне смотреть аккуратненько. Так. Матя. Матя! О! Я даже не знаю, что на это думать. Спасибо, конечно. Сейчас буду. Сейчас, подожди. Как это нет? Есть все у меня. Рели нету. Пищевые добавки. Объединить. Психостимуляторы. И зачем тогда здесь два этих? Это кто? Ужас какой. Подожди, может мне можно... Вот, серьезли. Серьезли, хорошо. Блин, а что бы выбросить? А вдруг оно мне будет нужно? Нет. Давай. Что-то... Моя нервная система и так хорошо, скажу тебе. Во, вот так. Сейчас тут готовимся. Тут пусто. Тут пусто. Подожди! Я помню этих кукол. Мы с Мией бегали как раз по этому дому. Все, тут есть мать. Ой. Ой, 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 ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Иди отсюда. Где? Кошмар. Какие агрессивные это. Нахер дё? Понятно. Вот, короче, там были пацаны, здесь не пацаны. Ладушки. Мы сразу пойдем.
Давай бежим. Нет, сами подожди. Я перепутал. Спокойно. Жуканы. Да, там были пацаны, а тут жуканы. Ага. Ну там сейчас. Сейчас разберемся. Сейчас все найдем. Тут не пройдешь. Потому что там писали в этих, ну, записках. И куда? А нам наверху не надо туда идти. Пистолетом их точно, не знаю, столько. Подожди, вон. Нормально. И нахер иди. Так, спокойно. Кто здесь? Там тоже жуки. Надо тогда пойдем сначала сюда. Там вообще мать, а тут. Мать, блин. О, хорошо. Гостевая комната, галерея, столовая, вход. Угу, хорошо, хорошо, все, согласна, согласна, сейчас придем. Так, спокойно. Опачки. Угу. Паучок. А я не помню, где она взяла паучка. А паучок лежал уже, да, здесь, надо будет его найти. Окей, найдем паучка. Угу. Пистолетные патроны. Эпоксид. Хорошо. Горелка. Горелка это... Fire. Как раз всех этих тварей сожечь. Давай будем решать, что нам нужно больше. Больше. Да ты что, издеваешься? Мне некуда. А тут, подожди, запуталась в проводах. О! Отлично, отлично. Это хорошо, мне туда надо. Угу. Угу. О! Охрененно вообще, знаешь ли, я люблю такие моменты. Да, вот все. Жизнь стала легче. С моим новым... Вот этим самым. Так. Что можно убрать? Ну, один... Ой, подожди, не все так просто. Три штуки. Давай уберем пока. Ничего страшного с ними не будет. Патроны нормально все. Угу, спрятался. Так, не знаю, дадут мне призы за них. Я, по-моему... Мы с тобой, по-моему, всех собрали. Всех, кого я услышала, всех собрали. Может быть, не всех по игре, но в любом случае. Пока эти горелки. Это что? Ну, рукоять, да, она сама по себе, конечно, не рукоять. А вот надо с нее с чем-то рукоятить. Угу, все, да? Хорошо. Все, здесь я запомнила. Пример. Примерно помню. Ой, кошмар, простите. Спокойно! Нахер пришли! Нахер пришли! Спокойно! Где? Давай сюда! Сюда иди, а! Ну что ты не подходишь-то? Собака! Где? Где? Ты этого не слышал. Да вот все, чего я тут говорю, ты не слышал. Бабуля. Матуля. Опа. Знаешь, вот... ладно. Вот топливо уже дают, значит, рядом. Значит, рядом то, что надо. Рядом то, что надо. Не знаю, она это, не живая. Они там обычно вот так. Там эпоксид, потому что к ним не подойдешь, это прям... Это понятно вообще без лишних слов. Чтобы жучки они не пустят. Аптечка. Немного. Подожди, нет, не подходит. Надо было пройти. Окей, я поняла. Угу.
тут? Отмычка. Психостимуляторы. Место уже почти кончилось у меня. Где? Ой. Нужно эту штуку. Штуку-крюку. Хорошо. Штуку-крюку найдем. Что ты думаешь, я тебя не вижу? Ты. Жук. Здоровый. Да что с вами так? О! Носик горелки. Объединить. Во! Все, трепещи. Трепещи. Значит, мы сейчас с тобой тихонечко, знаешь, 150. Это топливо поджигания, его нельзя использовать сам по себе. А у меня есть чем объединить? Нету. Травы надавали, она мне не нужна. Мне нужна. Мне же патроны. Так, тогда мне хочется... Ну, естественно, здесь нужна вот эта... чтобы туда дальше пойти. Значит, пойдем. Угу, вон они уже ко мне летят. Спокойно. Мне просто жалко тратить вот на этих... Ага, еще. Три штуки. Что это значит? Окей. У меня зеленый. Твердое топливо. Мне нужны эти вещи. Может, выйдем? А, блин. Нахер вышел. Или все-таки можно? Угу. Угу. Там еще. Жесть. Ой, да. Что это за дырка? У меня ни хрена нет. Точнее, у меня много чего есть, но мне от этого не легче. Где? Нет, там что-то... Нашли. Так, ладушки. Древнюю монету нету. Нет. Вообще, блин, вроде как взяла. Сейчас, место будет. Нормально. Только монета это не то, конечно, что мне нужно. Так все, бери. Серьезно. Ой, беда. Итан? Мия. Я Итан? Тебя... Не подходи ко мне. Хватит тянуть, Мия. Мне нужны ответы. Я знаю, ты прав. Я всегда хотела сказать, но... Я почти ничего не помню. Как отрезала... Папа, да? Ты не против, если заберу маму ненадолго? Да не стой столбом. Сделай что-нибудь. Итан, помоги! Я не могу. Тут это... Да. И что делать? Вот вечная проблема, нет места.
Мне нужно все, ну, траву давай. Принесем в жертву траву, да. Монетку я возьму попозже, я сюда зайду. Я тебе обещаю сейчас. Давай, куда же нам? Вот сюда, значит, нам надо пройти тут. Вот, вот так вот. Так вот, да? Угу. Значит, надо положить печки куда-нибудь. Пошел отсюда! Нахуй! Я ж потерялась на секунду. Ну ладно. Так бабуль, ну... Не могу вот так. Ох. Палец, тебе сюда нельзя! Вот тебе! Чё? Мне нужно там, где сохранялки и вещи положить. Чуть отстойщики. Ой, как их много-то, ё-моё. Я там пробегу? Я там пробегала? Пробегала. Побежала. Смотрим в дырку. Капец, блин, а что делать-то? У меня места нет. Мне все надо. У меня зеленый. Блин, а где ж сохранялка-то? Ну вот так сейчас. Пипец, я даже не там пробежала. Вообще. Бабуль. А, да. Да, сейчас. Не могу объединять аптечки. Тут места нет. Видишь ли, тут максимальное 3 и 2. То есть, если я сейчас возьму еще 2 аптечки, у меня тут будет 3 аптечки, еще одна будет занимать место. Вот как-то так. Убивала. Меня это устраивает. Значит, там. Вот туда мы сейчас пойдем. Положим вещи. Лишние. Бабуля, не приходи. Поксит. До свидания. Да что не... Куда я... Я же по другой дороге бежал совсем. Что за фигня? Что за нахрен? Столовая, галерея. А-а-а! Сейчас направо. Подожди. А-а-а! Я тут... Подожди. Ну, все правильно. Просто вперед надо. А-а-а! Ок. Только там были. Сюда.
И туда. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Ой, не хочу. Нихера себе там. Если дело касается найти место, то зачем так страдать? Можно к месту сбежать. Побежать. Вот, вот тут место есть хорошее. Отличное. All inclusive. All комфорт. И смысла нет так мучиться. Можно еще даже вот так вот сделать. Ой, да. Интересный расклад событий. Бабуся. А, я его не брала в прошлый раз. Это, подожди. Отмычки. Подожди. Нам нужно будет... Да вот это... Порох. Порох найдем. Две аптечки. Мы положим. В принципе, как-то я более-менее еще нормально играю. Меня тут устраивает, конечно. Отмычка нужна одна. Наверное, нужна. Давай. Так, вот. Так что нам нужны твердое топливо. Тут будет три эпоксида у меня есть возможность. Все, пожалуй. Бежим. Видишь, мне велено убираться, я убрался. Я хорошо себя веду. Она до сюда не дойдет. Угу. Все, мне нужен эпоксид. Я сейчас его возьму. Там она мне не дает пройти специально. Здравствуйте. Можно ваш... Покой нарушится. Там еще монетку обещала взять. Я ее возьму. Монетка, ну, нужна. Ну, нужна, я же обещала. Мне нужен магнум, нифига себе. Значит, у нас с тобой есть банк. Банк, в котором мы прекрасно храним. Так, эпоксид. Мы с тобой объединяем эпоксид с топливом горячим, потому что, ну как же иначе? Мухи одни везде сплошняком. Тут только эпоксид и нужен. Я там слышала ее звуки, очень страшно. Звуки тьмы. Да-да-да-да, тьмы, идите. А, тут можно... Блин, я порчу важную вещь. О! Надо не забывать, что она тут тоже есть. Берем. Только нахрен. Мне и так аптечки уже ставят. Давай, перезаряди. Телевизор со свечами. Я дурачок. Так, сейчас мы, значит, вот так оббежим с ней. А куда? Зачем я бегу вообще? Что я делаю? Горелки собираю. А, блин. Спокойно. Мне нужна штука, которую я могу положить. Паука. Там, где Мия. Тут пусто. Я что-то отсюда все забрала 100 раз. А!
А не было же этого? Оно же было неактивное. Во. Да как это? Как это? Как это? Ну, оно считается зеленым. Единицей. Съедим. Сильный пак сейчас объединим. Ну это не то, что так. Фигась на истерика. Меня нет, бабусь. Все хорошо. Не паникуй ты так. Объединить. О. Мне нужно топливо. Я же не знаю. Я же думала, типа, чем сильнее эпоксид, тем круче. Больше патронов дадут. Ой. Гранатомет. А это что? Горелка. Нет. Напряжно. Напряжно вообще прям. Вот, знаешь, есть напряж. Ты ушла? Мне надо туда, она там стоит. Не сотрешь. До свидания. Фига слепая. Вот слепышара. Слепышара. Я мимо нее бегаю, а нормально все. Так вот. Можно почти, знаешь, даже вот не обязательно попадать с ним. Сейчас поползли. А сейчас мы с тобой сделаем перерыв. Мы с тобой продолжаем, да, быстрый у нас был перерыв. Очень быстрый, моментальный. Давай-давай, ползем. Ну. Блядь! Черт. Господи, твою мать. Правильный перевод, да? Так как написано. Вот тут как СМИ. Ой, бабуля, не подходи, убью. Нет, давай для горелки искать. Мне кроме горелки ничего в этой жизни не надо. Только горелка. Опять трава. Я не знаю, у меня вообще до хрена. Монета, трава, порох. Прям изобилие. Подожди. Прыгнем с тобой. СМИ ходили там. Во. Тут она нас не найдет. Я надеюсь. Я бы хотела. Можно мне еще один? О. Еще один. А, во. Какая-то, которая нужна. Да, давай делать. Что будем делать? Монету не выброшу, потому что нет. Вот прям вот даже не думаю. Забираю рукоятку. Тут фотка лежала. Тут. Конечно, так много предметов и тупо. Вот я... У меня есть мечта собрать все, но видишь. Иди отсюда. Давай, вытаскивай. Вылазись. А? Что? Убейся. Вот зря. Наверх. Тут я не открою. Ключ надо.
Так, Зоя, ты думала, что не... Ты снова попыталась прорваться на второй этаж? Да, я думала, что не замечу. Даже после того, что стала с Эвелиной, ты все болтаешь о каком-то непонятном лекарстве. Ты что-то собираешься делать с моим алтарем? Держи-ка свои вороватые руки от него подальше, никто не смеет к нему прикасаться. Да думаешь, что твой отец и я дурни, избалованное, убогое дитя. Лучше бы ты не появлялся, это ничтожество, да, как она кричит, ничтожество. Смотришь нас сверху вниз, хочешь взять из дома, да, и после всего, что мы с тобой сделали, ничтожество. Nobody, nobody, даже не nobody, а worthless, worthless, useless, да. Если ты хоть раз дотронешься до моего алтаря, я тебе отрежу грудь и зажарю на обед. Хорошо, понятно, объяснено. Я не, но мне надо. Что это такое? Тоже эпоксид. А почему они не могут объединиться? Уйди нахрен, а. Иди нахрен. И там еще одна нужна. Мамуля. Не приходи, мамуля. Ага, все, все правильно, забрал. И там еще на улице. Только не знаю, каким бы макаром побыстрее пробежать. Но вопрос я поставила неверный. Каким бы макаром на мамку не нарваться? Можно прибегу? Ебать, мамка вообще жарит! А! Она стреляет, что ли, этими мухами-то? Нахер иди, а? Я вообще бессмертная, да, они мне... Привет! Пока! Мне надо. Что, буду бегать? Бояться бегать мне туда нужно. Мне легче пилюлей немножечко получить. Желтый. Мне легче немножечко пилюлей получить. А потом уже... Но быстрее добежать, так сказать. Подожди, ты же сказала вот-то где. А чё не идёшь-то? Ой. Это хорошо. У меня нет места. Это беда. Вот, окей. Объединить предметы. Порох. Пистолетные патроны, которых у меня еще до хрена. You see? Ключ с вороны, это хорошо. А надо же стрелять, а потому что тут горелка нужна. Вот, видишь, горелка. Опа, горелка. Чего? Где? Ты в воде? Не знаю, прихожу, мы со сни... Что мне нужно сделать? Осмотреть алтарь на втором этаже. У меня есть ключ с вороной. А я могу куда-нибудь... Я тебе предлагаю, знаешь, какой вариант? Хотя, в любом случае... Давай сразу алтарю побежим. Я просто хотела... Да ё-моё! Я просто хотела сначала сбегать, типа, в тот дом, потому что видео там еще были ключи с воронами. Там они были. Мамуль, иди. Мне нужно опять место галереи. Мы сейчас тогда с тобой забежим, быстренько положим пару шматяр, забросим парочку. Нам, конечно, все нужно, но мы парочку, конечно, бросим. Ушла. Да ё-моё, достала ты там, мне туда надо! Чё ты там стоишь? Пасёт! Пасёт! Я там что-нибудь возьму важное для себя. Мне туда надо.
сидят. Наконец-то, вообще. Никакой жизни нету с этой мамкой. Бэт-то хоть побегал, чуть-чуть отстала. Она вот ходит там, где нам ей надо. Вот там, где мне надо. О, так, спокойно. Вот это пока убираем. Это не надо. Древняя монета тоже. Наконец-то положила. Так, мне хватит? А еще одну монетку найти. Ну, рукоятку, наверное, можно оставить. Патроны. Гильз для дробовика. Перезаряжай. И куда этот один мы оставим? Ладно, тебе виднее. Горелка, патроны, гильза дробовика. For gunshot. Так, сейчас. Травы, психостимуляторы. Отмычка одна. Давай отмычку одну возьмем. Мало ли зачем. Да и все. Все, можно в пульте. Потому что там вот как раз на второй этаж, там ворона. И если что, и, ну я надеюсь, там мне дадут. Потому что я хочу все-таки вот в этой еще серии посмотреть на алтарь, за который отрезают грудь. Знаешь ли, интересный на алтарь. Что там за алтарь такой? Мы с тобой умным пойдем умным ходом. Мы пройдем мимо, не будем никого травмировать. Давай, ползи. Умно. Надо было траву съесть на дорожку. Так, мамусь. Ее тут нет, она тут не ходит. Ой, я готова, давай. Ой, ой, ой. Не-не-не. И что, и как, и куда, и держусь. Ой, ай-яй-яй. Чё, как, куда, чё? Давай, стреляем. Ой, не надо. Ну ладно, мелкий. Нахер иди, а. Нахер пошла. Давай сюда, иди, а, курица. Прости, господи. А ты тоже, тебе не нравится, когда я тебя... Ты сдохнешь в этой дыре, как миленький! А ты не сдохнешь в этой дыре, как миленький? Она что, как это, светлячок? Кошмар. Как где-то пожива? Жив цел. Жив цел, орел, нормально. Откуда там выпрыгнула эта женщина моя? Открывай. Открывай. Как не сова, а ворона. И вот это алтарь? Это он? Вот это твой алтарь? Что за... Target acquired. Это алтарь? Вот это есть твой алтарь? Касательно сыворотки серии... Следующий предмет позволяет синтезировать сыворотку. Серия D – черепной нерв, серия D – периферический нерв. Угу. Понятно. Кажется, все. Кажется, все. Черепной нерв, периферический нерв. И что мне с этим делать? Ну, хоть... Ну, хорошо. Мне сейчас раз объяснят. Разжуют. Ну как? Ты нашел сыворотку? Я покончил с твоей мамой и ее ебаными жуками. Что ж ты не предупредила? Ну, прости. Так что насчет сыворотки? Не нашел. Но я выяснил, как ее сделать. Зараза, мы голова и рука серии D. Ерунда какая-то. Голова? Голова у меня где-то здесь была? Правда? А вот насчет руки не знаю. Ты весь дом обыскал? Нет, не успел.
Остался второй этаж. Ладно, проверь. Если найдешь, приходи к прицепу. Угу. Это еще не все. Мать, а тут будет, знаешь ли, бунтовать. Это нервно, понимаешь ли, нервно. Зря же. Это рука? Ага, хорошо. Я говорю, восьмой мы с тобой будем прям реально читать. Тут, конечно же, не хочется. Честно, даже врать тебе не буду никуда. Чего? Кто это? Крысы? О. Похоже, весы, двери между собой соединены. А так можно вот прям одинакового веса найти? Не, не дает. Не дает вообще никак, ни разу. Монетка. Все, мы с тобой теперь сможем купить все, что нам хочется. Найдите руку на втором этаже старого дома. Откройте дверь на втором этаже старого дома. Хорошо. Да, алтарь, конечно. Не такой. Я думала, там будет алтарь, а там коробка. А там коробка. Ну, ладушки. Так как там висит... Это я открыл? Да, это я. Мне фонарик, и рука у тебя, конечно, знатная, длинная. Вообще капец. Но мы только, конечно, пойдем за ней, да. И мы оттуда выйдем потом еще долго. Но я тебе предлагаю, знаешь, какой вариант? Пойдем, купим магнум. Магнум, это хорошо. Мы с тобой купим магнум. Возможно, мы с тобой сбегаем еще в тот дом. Потому что там тоже есть что открыть. Там нет бати. Но соберем кучу вещей, будем ныть, что там места нет. Это тоже важное дело. И в следующий уже раз будем мать убивать. Забирать у нее ее же добро. Так. Положим. А, подожди, надо купить. Сейчас куплю. Все, давай. Я хочу вот эту красоту. 9 штук. Правильно? Магнум, сильная отдача, но большой наносимый урон. Хорошо. Я хочу, можно? Беру. Да? Как винтажно. Очень винтажно. Хорошо, давай. Можно прибегать и копить периодически. Да, мы там смотрим. Там быстро вот этот... если я помню, он в подвале. Дверь. Мы сейчас быстренько мимо пацанов пробежим. Возьмем. И все, и сохранимся там как раз в подвале, надеюсь. Давай. О, красота. А тут же только 4. Ну, так. Револьвер это всегда хорошо. Да-да. Для перемещения предметов в ячейке вверху из рюкзака. 1, 2, 4. Хорошо. Мне не надо. Не понимаю, зачем словно пистолет. Достаточно места. Давай горелку берем. Магнум уберем. Пистолетные патроны оставим. Боксит. У нас есть рукоятка, топливо, магнум, зажигательные патроны, психостимуляторы есть. Травы. Со скорпион. Давай быстро сбегаем. Сейчас я посмотрю. Сейчас мы прибежим в дом. Я посмотрю, где дверь. Мы ее откроем, сохранимся и все. И потом будем уже серьезнее относиться к делу, но уже в другой части. Что-то никого нет.
Нет, он пугает, но это так, запугаловка. Так, вот, запас. Это орел. Ну-ка, они же. Они же там ничего нет, там это змея. Хорошо. Запасы это где? Как будто бы сейчас налево. Ага. Ага, там есть дверь закрытая, да. Дальше вот тут. Тут пацан был, но он пропал. Как и там. Наверное, там уже можно спокойно идти. Тут. Вот, да, 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 все отлично. Ой, какая красота. Красивый очень. Да. Гранатомет. Вот так вот с тобой гранатомет. Хорошо. Под гизель. Зажигательные боеприпасы у меня тоже есть. Мне бы эпоксид. Пороха нет для места. Твердое топливо нет места. Да что ж такое, а? Я же оставила он сколько всего. А мы... А можно... Нет. Так, хорошо. Да, да, я тоже так думаю. Вечно не хватает. Короче, самое главное, то, что мы взяли с тобой гранатомет и никакая матя. Можно я вот это его заберу? О! Оно же было закрыто. Сейчас откроем. Открывай. Ой, как здорово. Ой, как хорошо. Вот это можно я возьму? Такой же. Сейчас сохранимся. И в следующий раз пойдем по своим делам. Мы поползем за этой женщиной. Интересно, она там, наверное, ждет. Уже в этой яме. Будем в яме сражаться. И почему бы и нет. Окей, если понравилась моя реакция, ставь лайк. Не реакция, нет. Если понравилась эта игра, ставь лайк, подписывайся на канал, Инстаграм, ВКонтакте, пиши в комментариях, что ты думаешь об этой игре, да, об этой серии. Понравились ли тебе определенные какие-нибудь моменты. И до новых встреч.